Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я с коротким видео откроем сегодня 10 мистических контейнеров. Я получил их, приобрел себе щуку в составе набора за 20 тысяч голды. И вот из этого наборчика можно забрать сразу 5 мистических контейнеров, плюс, если выполните приказ, можно забрать еще 5. Того получается десятка. Десятка контейнеров, но с моим счастьем, я думаю, что мне оттуда ничего не упадет. Хотя, ребят, я подготовился. Ну, во-первых, я сделал так, чтобы контейнеры немножко отлежались, то есть я открываю их не только как получил, а немножко подождав. Говорят, что это чем-то вроде бы кому-то помогало. Плюс к тому, ребят, я сходил к бабке Шептушке, она меня яичком покатала. Плюс недавно было полнолуние, поэтому я сходил на кладбище и посидел голой задницей на муравейнике, прочитав «Отче наш» приблизительно раз 10 по разу на каждой из контов. Ну что, друзья, открываем. Не знаю, упадет оттуда что-то или нет. Не сильно я фартовый. За 9 лет игры всего 2 машины, и я не могу сказать, что это достижение. А открыл я более 200 контов. Разных, как за голду, так и за реальные деньги. Короче говоря, контейнеры однозначно не мое. Ну вот 500 голды упало. Окей, хорошо. Уже приятно, уже хоть какая-то прибавочка в копилку, еще сотня, того 600. Но все-таки хотелось бы сертификатик мистический получить, хотя бы один из 10 контов. 5 контов уже открыли, но, как вы видите, пока конты это продолжает быть история не про меня. Еще 200, того, по моим подсчетам, 800 голды. Но если хотя бы косарь голды верну, уже будет хоть что-то. Осталось 2 контейнера, ни одного мистического сертификата, как вы видите, не выпадает. Плюс сотня, того 900. Ну и с последнего конта навряд ли мне что-то упадет. Не бывает такого. Вот, пожалуйста, еще сотня. 1000 голды в итоге. Что получается? Получается, что купил набор за 20-ку. Косарь вернул, того получилось у меня... Бог с ним, 19 тысяч затраты на весь этот наборчик и ни одной прибавки в моем ангаре. Ну вот как есть, так есть. Контейнеры, к сожалению, не моя движуха. Пишите в комментариях, везет ли вам в контейнерах и в каких именно, и что вы откуда доставали. Мне интересно почитать и белой завистью позавидовать вам, уж коль мне ничего не падает. Спасибо большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.